26 апреля 2022 года. Доброе время суток. Итак, у меня все в исходном состоянии. Как видим, застелено картоном, чтобы если брызнет, капнет, никуда на пол не попало. Вот в ведрах замоченное соком. Сухофрукты, семена. Здесь орехи. Ну, посмотрим в другой комнате. Ну и здесь куча банок, которые будут сейчас наполнены. Видим, сколько прошло времени. Я уже перемешал ведра все до самого дна с помощью вот такой длинной лопатки. И теперь с каждой емкости по одной поварешке отправляем в мясорубку. И вперед. Теперь следующая партия. И как видим, в реальном масштабе времени все занимает довольно незначительный промежуток. А в следующий раз включаем. Первая часть уже перемешана не только мясорубкой, но и ложкой. И теперь отношу подруге в другую комнату, чтобы она начала фасовать. Готова вторая кастрюля и пошла на фасовку. Первая уже расфасована. Наблюдаем вот такую пустоту в холодильнике и начинаем ее заполнять вот так вот потихонечку. Первая банка витамина и смеси на месте. Прошел ровно час, как я начал перемалывать сухофрукты с орехами. И вот видим, ореха уже осталось настолько мало, что я их присыпал в ведро. Теперь так перемешиваю и теперь еще легче станет готовить смесь только из двух ведер надо накладывать. Ну вот, благодаря тому, что подруга носила вот эти пустые кастрюли туда и обратно,
получилась вот такая вот картина на кухне. Как видим, ничего нигде не заляпано. И осталось теперь только помыть мясорубку и кастрюли. Получилось всего 22 коробки литровых. И теперь только осталось переложить их в морозилку. Вот все 22 коробки с витаминной смесью в морозилке. И теперь 4 месяца можно не думать о витаминах.